Прочь с дороги! Еще один торговец не заплатил Сефету. Что с ним сталось? Сефету приказал сжечь его корабль и товары. Пообещал, если денег не будет, в следующий раз подожжет его самого. Я ищу смотрителя порта. Я ищу главного пивовара Харкуфа. Мне не до тебя. Поговори с кем-нибудь из надсмотрщиков. Ты меня не понял. Я Миджай. От Аполлодора. От Аполлодора. Ну, конечно. Я ищу Скоробея. Тень, что нависла над Саисом. Тссс, прошу. Не стоит произносить это имя. Аполлодор знает, что люди мучаются. Ко мне приходят. Многие жалуются. Торговлю душат, солдаты бесчинствуют, а бремя налогов Птолемея грозит раздавить нас. Пойдем же, отдохнем там, где есть крыша над головой. Пошли! А Скоробей рассказывает много страшного. Уверен, Аполлодор говорил тебе. Я слышал об увечьях, похищениях и о тех, кого хоронили заживо в пустыне. Ужасная судьба. Оказаться в ловушке песков, когда твои тело и дух терзает безжалостное солнце. И ты ждешь часа, когда тебя примет Дуат. Но это всего лишь рассказы. В Саисе, разумеется, есть злодеи. Но Скоробей, если он и существует, о нем боятся говорить. Ага. Сведения людей Харкуфа. Страхи народа. Саис такой же, как Сива. Последнего, кто задавал вопросы про Скоробея, избили до полусмерти и отрезали ему язык. Хм. Кому? Гупе, тестью истинного правителя этих краев, Тахарки. Вон там, к
пока вам, внук Губы. Эй, уже выиграл? Я ищу твоего деда. Знаешь, где он? Нет, он ушел в сторону лагеря Пир. Пока что не вернулся. Что ж, пойду поищу его. Куда повезут этот груз? Прошу, Миджай, выслушай меня. Помощник Харкуфа Нисамон вез груз пива по южной дороге. Да и Маон не доехал. Прошу, найди его, узнай, что с ним. Постараюсь. Это пиво для богини Сехмет. Если он все выпил, его высекут. С дороги! Разбитые кувшины. Кому-то очень хотелось пива. Эти шакалы не бросят охотиться на местных жителей. Я покончу с ними. Yeah!
Сюда меня не пустят. Если услышат, меня убьют. Я не могу. Ты не Самон? Жив-здоров? Хвала Хапи, да! Что тут было? Я вез груз пива в Имау, а мерзавцы устроили засаду. И? Да, ладно, я решил вздремнуть. Но они часть выпили, а часть разбили. И угрожали убить, если не сварю еще. Отведи быков в Саис. Нужно подготовить новый груз пива. И теперь постарайся без остановок. Амосис? Да? Ты хочешь отведать мидий? Меня зовут Баек. Я от Харкуфа. Он просит помощи в делах Джески. Что нужно? Джеска была убита. Теперь Харкуфу нужен новый союзник, чтобы спасать несчастных от Сефету. Что?
Должно быть, ты еще не знаешь. Сифету ни за что не удержать Джеску. Она сумела сбежать. Да? Где она? Плывет по Нилу. На Филуке с припасами для людей, которых она спасла. Она направилась к юго-западу, рискуя встретить бегемотов, чтобы скрыться от глаз Сифету. Следуй вдоль берега и найдешь ее. Пошли прочь, речные свиньи! Эти проклятые твари! Помоги мне их отогнать! Как тебя звать? Байек. Рада встрече, Байек. А я Джеска. Как ты здесь оказалась? Случайно. Я сбилась с пути. Никто не может миновать людей Сифету случайно. Что ты знаешь про Сифету? Харков думал, ты мертва. Но ошибся. Ты нужна ему. Помоги мне доставить припасы в деревню. Люди на меня рассчитывают. А там мы поговорим. А, так ты знаешь Харкуфа? Я говорил с ним по просьбе одного человека. Судя по всему, у нас общие цели. Харкуф — великий человек. Хотя сейчас в Саисе каждый второй мнит себя великим. Ну, у Харкуфа доброе сердце. Он защитник города и его жителей. Да, защитник от трусов вроде Сифету и Скоробея. Я уже помогла бежать из Саиса многим семьям. Например, той бедняжке Венес и ее сыну. Сифету сжег дотла каждого, кто не подчинился ему. Ты храбра, раз помогаешь тем, кто тебе не родня. Стараюсь. Я укрываю людей в деревне, пока они не будут готовы пересечь пустыню. Вот зачем нужны еда и лекарства. Как ты спаслась? Люди Сифету приволокли меня в крепость Никио и долго пытали огнем. Но я плевала им в лицо. Когда они подумали, что... О, боги! Это Сифету! Нет! Нет! Пенту! Анен! Венес!
Увидят, сразу накинут. Не уйти. Эй! Слышали? Будьте начеку. Нас никто не застанет врасплох. Вот и все. Сколько несчастных погибло в огне. Живые есть? Нужно уходить. Тут опасно. Ты слышал? Да. Хвала богам, ты среди живых! Я тебя не оставлю! Нужно попасть к моим родным, если они целы. Ты можешь понести Пенту? Конечно. Показывай путь.
Ипи! Абана! Как? Спасибо, что спас Пенту. Ты бы сделала то же самое. Он твой должник. И проживет еще долго. Нет. Он в опасности, пока жив Сифету. Я иду к Харкуфу. Нужно найти способ выманить Сифету из укрытия, чтобы убить людей его. Людей из Дуата уже не вернуть. Но я помогу отомстить за них. Нужно найти Зерваса и разузнать о Сифету. Его связи со Скоробеем. Распрошу-ка я торговцев. Пойму, с кем он знается. Nik eni sejeriyet. Bededuk anit hayet. Semokhanimaz. Доброго дня, Нэп. Тебе нужно что-то сковать или починить? Что ищешь сегодня? Смотрителя порта, Зерваса. Лучше брось это дело. Его убила стража. Нет, спасибо. Ты что-нибудь слышал о Зервасе? Смотритель порта? Но почему ты спрашиваешь? Говорят, он исчез. Прячется? Или умер? А если б на тебя Сифету открыл охоту? А, ясно. Я не из людей, Сифету. Я ничего об этом не знаю. Берегу голову. Мне нечего рассказать. Лучший металл во всем Саисе! Финики нужны? Лучшие финики! Наше знаменитое пиво варят как раз из таких. Нет, спасибо. Ты знаешь что-нибудь о Зервасе? Зервас? Смотритель порта мертв. Эй, рыбу хочешь купить? Я ищу Зерваса, смотрителя порта. О, слыхал, Сифету его убил. Дела идут хорошо? Я не жалуюсь. Что ты ищешь на рынке? Зерваса, смотрителя порта. Где его найти? Кто тебе нужен? Я не знаю такого. Говорят, он помер. Что тебе вообще от него нужно? Хороший был человек. Хороший? Так все-таки знаешь. Не знаю. Это я от других слышала. Уходи. А ты здоровый малый. Хочешь улучшить доспех? Скучаешь? Ага. Прости. Так что тебе нужно?
Не доспехи. Мне нужен Зервас. Смотритель порта? Ну да. Зервас уехал. Куда? Ну, подался в Литополис. Ему пообещали новую жизнь. Значит, он жив. Жив? А с чего бы ему умереть? Это у вас. Миссен? Генеч Херек. Приказ Сефету. Нельзя выходить на улицу после заката. Приказ Сефету. Нельзя выходить на улицу после заката. Приказ Сефету! Ночью всем сидеть по домам! Эй, стоять! Бьяет нерв. Хируе, таб аут, им не бухият хмет, куф мене тек. Кну мне с ней уйдет. Ты что? Сдохни, тварь! Я его... Не тяну тебе, бахань бак. А вот и... Как поживаешь? Скорее выживаю. Надоело прятаться. Мы не солдаты. Тебе незачем убивать меня. Я не союзник Сефету. Я ищу Зерваса. Я от Харкуфа. Славно. Я Зервас, смотритель порта Саиса. Вынужден прятаться здесь. Что хочет Сефету? Собака. Держит весь город в страхе. Душит нас налогами. Он сжег дом брата. Точно! Я делал, что мог. Помогал людям тайком торговать. Что Сефету не видит, то не отнимет. Но он все узнал. Его люди отняли мое дело и дом. Но я спрятал свои записи. Они на моей филуке. Пока что. Помогу, чем могу. В
Моя Филука стоит в порту Саиса. Хорошо бы вернуть ее невредимой, но поступай, как знаешь. Будь осторожен. В порту полным-полно людей Сефету. Меня не должны здесь заметить. Вижу! Я убью вот их! Что? Да. Эй! Эй, что? 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 Дерьмо! Вижу! Ты где? Что-нибудь? Здесь ничего нет. Ну где же ты? Где? Что ты делаешь? Что у вас? Нужно быть осторожным. На куски порву. Ага. Что ты? Эй! Эй, что? Я убью тебя! Я выпотрошу тебя! Здесь не рады! Mm.
Сейчас! Да вот! Bededuk a nit khayet. Можешь больше не прятаться. Твоя Филука цела, как и документы. Ты спас Филуку. Вот. Возьми в знак моей благодарности. Ты изменил все к лучшему. Я вижу, люди хотят помочь тебе, Зервас. Сразись с Сефету. Сефету слишком силен и жаден. Он знает, что ему не могут дать отпор. Мы же не солдаты. А у Сефету полным-полно воинов. Его лагерь в Никиу защищают баллисты. Стыдно признать, я их и доставил. Да поможет тебе ОМОН. Thank you.
Надо убить лучников Сефету в Саисе. Без них он слеп. Сефет увидит немного хуже. Еще один торговец не заплатил Сефету. Что с ним? Еще один торговец не заплатил Сефету. Что с ним сталось? Сефету приказал сжечь его корабль и товары. Пообещал, если денег не будет. Жена мастера Тахарки очень добра. Байк, это Сефету. Харкуф у них. Его станут пытать. Будут жечь раскаленным железом. Или вырвут ему язык. Потом пронзят сердце раскаленным кинжалом. Темница Никиу. Стой! Меня бросили в колодец, когда сочли мертвой. Я проползла по трупам и сбежала через подземный ручей к реке.
Стража держит ухо востро. Что? Никого. Но надо следить. Что? Я...
Эй! Эй, что? Тебе здесь... Эй, ты! Эй! Сдохни, тварь! Эй! Что? Я убью тебя! Так. Эй, что? Кто? Что? Так, не теряем бдительность. Что ты делаешь? А?
Что? Эй, что? Пизду! Что? Эй! Что ты? Успокойся с миром, крыса! Ключ у меня. Ну что, ты убил эту тварь? Давай. Давай! Скорее. Нам лучше уйти отсюда. Хаппи, спаси меня! Да проклянут вас боги, твари! Нек, нек, нек!
бог зерна, спаси же меня! Тебе здесь не рады! Эй! Помогите! Спасибо, друг мой. Я рад, что Аполлодор не ошибся в тебе. Ты истинный Меджай. Здесь ты всегда будешь желанным гостем. Да хранит тебя Хаппи, и пусть пиво для тебя всегда льется рекой.